Здравствуйте, меня зовут Дидек Станислав Владимирович, я генеральный директор компании Diagnostic Line. Наша компания основана в 2003 году. Мы занимаемся профессионально автосервисным оборудованием, подготовкой специалистов и также являемся официальными дилерами эксклюзивными компании Unimetal, Technovector, CarTech и Technolux. Наша задача, чтобы клиент, который обратился к нам, получил квалифицированную подготовку, квалифицированную информацию по продукту и вплоть до конечного результата, когда он уже начинает на этом оборудовании работать профессионально. Также работаем с предприятиями, с крупными, с автосервисами, которые представляют какие-либо бренды, и с частными СТО. Линейка оборудования позволяет оптимизировать ценовую политику и качественные показатели. На этой выставке мы впервые в Украине представили новейшие технологии систем измерения углов установки колес. Это так называемый бесконтактный стенд Technovector 8. Дело все в том, что традиционные стенды предполагают собой измерение с установкой на колеса каких-либо адаптеров, переходников. Здесь измерение производится всего за несколько секунд, и вы можете сразу приступать к работе. Слесарь может сразу, мастер, приступать к работе. Это уже следующий этап, следующие технологии. Мы рады, что мы первые в Украине все-таки представили этот стенд, хотя разработки ведутся уже многими мировыми автопроизводителями такого оборудования, но мы вот первые показали, как это все-таки модель работает, и судя по посетителям выставки, это очень живой, получился интерес к этому продукту компании Technovector. Мы только полгода назад был представлен этот уровень бесконтактности. Ну, будет совершенствоваться в любом случае бесконтактная технология. Почему? Потому что сама система компьютеров, которая сейчас семимильными шагами идет, это передача данных, она позволяет все-таки грамотно сформулировать 3D-модель и считать всю информацию, нежели на него какие-то шаблоны. Ну, примерно так. Дальше будет все равно в бесконтактной системе развиваться. И переводиться это в девайсы телефонов или планшетов, то есть чтобы слесарю или мастеру было удобно контролировать этот процесс, ну, как на мониторах, так и на переносных мобильных устройствах. Shut the hips and hold the